В преддверии 70-летия Победы ветеранов Великой Отечественной, узников концлагерей, блокадников Ленинграда с цветами и подарками посещают представители различных организаций. От кого на этот раз участники войны принимали поздравления, расскажет Имара Гаджимиева. Со дня Великой Победы прошло 70 лет. Сегодня этот праздник в Дагестане отмечают 400 ветеранов Великой Отечественной войны. 126 из них проживают в столице. Все они до 9 мая получат поздравления на дому. Представители организации «Махачкала-ГАЗ» в первую очередь прибыли в городской совет ветеранов. Они пообщались с участниками военных событий Ибрагимом Гамзатовым и Магомедом Шахгусейновым, а также ветераном труда Ириной Каримановой. Разве могли мы проиграть эту войну, когда вот такие наши дагестанцы в Джигете с первого же дня войны стали на защиту нашего Отечества? Поэтому мы... Весь мой коллектив, наш коллектив, уже, наверное, вторую неделю готовимся к этим торжествам с удовольствием, потому что мы считаем, что, наверное, все считают, что это самый главный праздник. Еще 8 фронтовиков поздравили дома. Зинаида Савельева с утра была на мероприятиях в школах. Дома успела встретить делегацию с Горгаза. Женщина в свои 91 активно участвует в общественной жизни города. В патриотических мероприятиях занимается вязанием. На выставке были представлены ее работы. 22 июня. Мне было 17 лет. В те года любой подросток должен норматив по спорту сдать, чтобы выглядеть как взрослый, защищать страну как мать. На лацкан медаль повесить, ПВО и ГТО, чтобы с этой силой, хваткой быть готовым, если что. Зинаида Петровна 2 года была узницей. В 1941 году ее семьей перевезли в Германию. Там им пришлось работать в поместье, чтобы хоть как-то выжить. В годы войны скрывала, что знает немецкий язык. Не хотела работать у фашистов переводчиком. В 1966 году переехала в Махачкалу. Сейчас ее окружают дети и внуки. Ежегодно мы проводим техническое обслуживание бесплатно для участников Великой Отечественной войны. Процедура обслуживания входит... осмотр и обслуживание, значит, газовых кранов, газовой плиты и газовой колонки. На сегодняшний день мы провели более 40, значит, домовладения, технического обслуживания. До 9 мая сотрудники «Махачкала-ГАЗ» планируют провести обслуживание газового оборудования у оставшихся 80 ветеранов. Такую же профилактическую процедуру газовой колонки и плиты провели у Галины Сухомлиновой. Она блокадница Ленинграда. В 1951 году переехала в Махачкалу. Теперь помогает внукам готовиться к единым госэкзаменам. В беседе с гостями поделилась, как поется в песне, со слезами на глазах, что День Победы не забудет никогда. С радостью на улицах все целовались, обнимались, знакомые и незнакомые. Все были очень рады. К ветерану, который прошел войну с 1941 по 1945 годы, пришли в гости представители городского собрания Махачкалы. В то самое страшное время Александр Иванович и его одноклассники пытались доказать, что готовы идти на фронт. Через 2 недели их отправили под Самару в лыжно-истребительские войска, а затем в лагеря на обучение. Таких вот, скажем, вот очевидцев этих событий, участников, кому мы можем лично сказать спасибо, сегодня очень мало осталось. Поэтому мы еще хотим вас видеть, еще хотим в вашем добром здравии, чтобы у вас было все благополучно. Мы склоняем голову перед вашим подвигом и перед теми, кто погиб, кто остался на поле боя, кто не вернулся. Низкий поклон вам. Большое спасибо, Александр Иванович. Благодаря ветеранам Великой Отечественной мы живем в свободной стране и республике. Цену этой победе должны помнить не один десяток поколений. Рассказал, как он начал свою военную деятельность и как закончил. Оказывается, он не то что участник, и еще инвалид войны. Имара Гаджимиева, Ильдар Ибрагимов, Расул Дибиров. Время новостей.